Здравствуйте! Это воскресенье спокойное, ровное и очень благоприятное для поездок, для встреч с родными и друзьями. Вы получите массу положительных эмоций, зарядитесь энергией и отдохнете душой. Звоните и назначайте встречу. А еще сегодня можно посмотреть фильм или программу про путешествия, потому что в такой день хорошо расширять свое мировоззрение и общаться с мудрыми людьми, просить совета. Вечер лучше провести с книжкой в руках или за изучением иностранного языка. Все будет даваться легко, и удовольствие вы получите. Хорошего воскресенья и до встречи завтра!